На любые уши сядут, мне кажется, прекрасно. Наушники обещают защиту уровня IPX5, что позволяет использовать во время пота, спорта и бегания. Привет, друзья! Продолжаю поиски идеальных наушников, топ за свои деньги и вот все эти дела. Сегодня прям тот случай, когда в наушниках от фирмы One Audio прям все супер. Я уже делал недавно обзор на наушники этой фирмы. Это были спортивные наушники с отличным качеством звука, но открытого типа. Ссылку оставлю на это видео вот здесь. А сегодня на обзоре внутриканальные наушники модель Super EQ S10. Это новая модель, сочетает в себе и качество звука, и доступную цену, и очень интересными характеристиками. Настоящее шумоподавление до 25 дБ, режим прозрачности и очень низкая задержка по звуку, всего лишь 45 миллисекунд. Но давайте обо всем по порядку. Подписывайтесь на канал, поехали тестировать. В комплекте с наушниками идет подробная инструкция, кейс, пара наушников, комплект амбушюр и зарядный кабель. Первое впечатление от наушников положительное. Приятный дизайн, напоминающий топовые решения от других компаний. Существует белая и черная версии наушников. Драйверы динамические, 10-мм. Защитная металлическая сеточка прикрывает динамики. В комплекте есть три пары амбушюр разных размеров. На любые уши, уверен, сядут прекрасно. Наушники обещают защиту уровня IPX5, что позволяет использовать их во время спорта или даже под дождем. Дальность связи приличная, благодаря поддержке Bluetooth 5.4, обещают 15 метров, без разрывов, проверял, все так и есть. Очень далеко отходил от них, все слышно прекрасно. Управление интуитивное, легкими тапами можно отвечать на звонки и переключать режимы. Регулировать громкость тапами нельзя. Нажатие с 2-секундной задержкой позволяет по кругу переключать режимы шумоизоляции или прозрачности. При касании раздается легкий приятный щелчок, что очень помогает понимать свои нажатия. В наушниках заявлена комфортная задержка при передаче звука в 43 миллисекунды, что некоторым окажется очень важным. В деле при прослушивании видео с ютубчика или во время игр действительно заметна минимальная задержка. Аккумуляторы в наушниках составляют 40 мАч, в кейсе 380, время работы достаточное, до 5 часов с активированным шумоподавлением и до 6 без него. При подзарядке от кейса общее время работы увеличивается аж до 30 часов. Беспроводной зарядки в кейсе нет. А теперь про самое главное. Звучание наушников очень громкое и чистое. 10-мм динамики дают глубокий бас и четкие средние частоты. Рэпчик и поп-музыка слушаются очень четко. Кодеки AAC и SBC поддерживаются. Все профили выведу на экран. Наушники звучат, будто они на пару классов выше. Удивили. И самое главное, активное шумоподавление. И во время прослушивания музыки, и во время звонка оно присутствует. Здесь 4 динамика. Конечно, он не как в наушниках, которые в 10 раз дороже, но за свои деньги очень даже интересный результат. Сидят в ушах комфортно, при наклонах и поворотах головы не выпадают. Главное, выберите себе правильные амбушюры. Подытоживая, скажу, что я приятно удивлен качеством звука для этой ценовой категории. Звучат они хорошо, а бонусом вы получаете дополнительные фишки, такие как шумоподавление, режим прозрачности и низкую задержку в 43 миллисекунды. Бренд радует. Могу смело рекомендовать. Ссылку на них оставил под роликом. Напишите в комментариях, как вам новинка, напишите свое мнение, обсудим. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram. Впереди будет много интересных новостей и обзоров. Пока-пока!